Здравствуйте, дорогие друзья и соратники. Сегодня мы находимся в мастерской по обработке камня. Здесь у нас очень много разных экспонатов, и специалист по резке камня нам сейчас все расскажет и покажет. А предварительно я подготовил для него вопросы, которые вы мне когда-то задавали в комментариях под фильмами. И эти вопросы я выписал на листочек. И сейчас Дмитрий, так зовут нашего собеседника, на них ответит. Ну что, у нас тут первый вопрос. Как неопытному человеку отличить один сорт камня от другого? Собственно, я вот с камнем так тесно связан с 2013 года. Ну и бывает, немножечко сам теряюсь в определении, потому что вот такое разнообразие. Что, ну вот, допустим, это вот мрамор. Вот так вот выглядит мрамор сорта Волокос. Следом за ним стоит вот сорт гранита. Если честно, у меня бывает вылетает из головы их название, но потом такой приятный прям название имеет. Вот это сорт гранита, это габра за ним. Он ближе к габра, он называется немножко по-другому, но по всем свойствам при работе с ним он очень похож. Вот этот мрамор, часто который все видят, в принципе, на ступеньках, в облицовке зданий. Здесь он просто обратной стороной лежит. Ну, я покажу потом кусочек. Это вот капустянский гранит. Я не знаю, по названию этого карьера, где он добывается. Вот это у нас тоже сорт гранита. То есть, собственно, вот этот гранит, он тоже очень часто, дымовский гранит, он часто используется тоже в ступенях, он его видит и в полированном виде, и так называемым термичным, то есть что-то не скользил на лестнице. Это обычно торговые центры, особняки, там, кто себе хочет ступеньки сделать более надежные такие. На ступеньках они служат примерно, срок службы 50 лет, то есть это, ну, практически гарантированный срок службы. Ну, покрытие более прочного износостойкого пока не существует. Ну, может быть, есть, я, может быть, не знаю. Это вот тоже сорт гранита. Тоже такой вот. Тоже очень прочный камень. Но в основном они отличаются прочностью. То есть при обработке гранит, ну, в частности, при фрезеровании, мне приходится нагрузку на него как бы уменьшать, ну, вернее, шаг инструмента уменьшать в полтора раза. Если, допустим, все остальные условия соблюдаются те же самые, то при обработке гранита в полтора раза нагрузку на фрезу я делаю меньше, чтобы она не упиралась в материал, не успевала отстать. Это вот мрамор. Причем такой дорогостоящий вот мрамор. Вот этот, да? Я это почему говорю, что те объекты, которые построены, художественная архитектура, там они подразумевают очень большие расходы в те времена даже. Это очень такой мягкий пластичный материал, достаточно хрупкий. Если тут присмотреться, он весь как бы в трещинах таких, и нам приходится очень осторожно с ним работать. Это дымовский гранит. У нас вот так вот, в двойках, в тройках нарезан, то есть толщина 20-30. Это вот мрамор. Это примерно камень такой же, как он тот первый белый след. Вот недавно тоже привезли одному из заказчиков. Это тоже мрамор. Но надо учесть, что производители бывают из-за того, что много трещин встречается таких природных, и их не обойти, подбирают. Щебеночную часть создают такой полимер из щебня и эпоксидных смол, и это все потом заполировывается и представляет собой такое одноцелое, очень прочное, собственно, и это, ну, и сохраняется фактура материала, мы можем выполнить какую-то работу. А вот этот камушек, это с нашей тульской книжки. Вот этот обрез, вот там, где наружная часть обложки, вот этот, из этого камня сделан контур как раз. Ну, это натуральный камень, да? Да, это капустянский гранит, очень прочный камень.
изделие из него в виде какого-то, допустим, ненагруженного элемента, там, памятника или отделки памятника, ну, может служить, я не знаю, тысячелетнего запуска. Угу. Это вот сорт такого мрамора, Ледосар называется. Угу. Очень красивый такой, элегантный. Хорошо. Ну, он практически, это как песок, он как бы спрессованный песок, вот, с этими прожилками, кварцем. Может быть и полимера, потому что здесь это, провести такой анализ, где тут какая природная линия, которая там формирована полимером. Возможно ли чисто теоретически изготовление сложных узоров при помощи молотка и зубила на твердом камне? Я считаю, что, как бы, основываясь на моем опыте, человеческие руки и человеческий глаз – это, наверное, самый лучший инструмент. Ну, естественно, если в руках есть какой-то соответствующий инструмент, ну, зубило – это, может быть, мы утрируем. По сути, вот алмазный инструмент, его несложно сделать. Это алмазная крошка, алмаз-то легко крошится. Его можно спечь даже с глиной, там, еще с чем-то, и металлом каким-то мягким, даже соловым, то есть. Ну и единственное, что требуется высокая скорость, чтобы создавалось облако алмазов. Вот это облако алмазов на определенной скорости, оно непробиваемо. То есть бывает, приходят нам фрезы, которые нам нужно, ну, переточить, чтобы там была жилка и отводился шлам. И его, в принципе, нечем отработать. Болгарки, круг прямо на глазах, прям фух, и все, и нет его. Но при малых оборотах, когда не создается алмазное облако, нет преграды в виде алмаза, то можно точить обычным наждаком. Uh-huh. То есть обычной наждачной шкуркой я могу заточить, собственно, алмазную фрезу. Uh-huh. На обычном даже круге при низких оборотах. То, что, собственно, и делаем. Мы подтачиваем диски, лупильные диски алмазные. Я покажу, как они выглядят. Может быть, это просто этот вопрос, если подальше. Потому что, ну, чисто так вот там долото и молоток, ну это как бы, ну, это, не знаю, первый уровень, наверное, развития человечества какой-нибудь там. Ну а те люди, как-то с этим работают, они что-то выдумывали, наверняка тоже. Угу, угу. Я сейчас покажу диск. Ну, первый попавшийся диск. Они очень быстро коррозируют, то есть без работы. Ну, не знаю, алмазики тут вот видны, не видны. То есть это накладка, спещенный металл с алмазной крошкой. Угу. И вот здесь, собственно, требуется определенная скорость. Вот они расположены примерно, ну, в 2 миллиметрах там, угу, друг от друга алмазы. Угу. И вот эти алмазы, они, собственно, создают при вращении, они создают как бы облако алмазное. Угу. И оно, собственно, для других материалов, в принципе, непробиваемое. То есть этот диск очень, он может резать километрами беспроблемно. А вот если есть такой скол, это критично? Это, собственно, да, это вызывает вибрацию, может камень разрушить. Uh-huh. Сколы могут быть, но скорость, если очень большая, вращение, то есть мы это уже как бы чувствуем, диски. И занижаем скорость, там, ну, это вот производственный брак, в частности. Потому что я не помню, что какие-то травмы этому диску наносилось, там, скоростью, подачей и так далее. То есть, вот такая вот ситуация. Ну, есть такие диски, вот я вот сейчас показал сталь скрещенную с алмазом. Я сейчас покажу еще. Весит прилично, 3 килограмма. Я не знаю, что вот это за сплав. Такой он по цвету, в общем, напоминает бронзу. Uh-huh. Это диск по мрамору. Он очень, очень эффективен в работе с мрамором, да и с гранитом, собственно. Потому что здесь вот этот слой, он как бы подтирается со временем шламом там. Uh-huh. И алмазы постоянно обнажаются более сильно, чем со сталью. Uh-huh. И у него очень хорошие пильные свойства. Uh-huh. Ну и износ его гораздо более быстрый. Uh-huh. Так, ну чуть попозже я фрезы покажу, они в другом немножко краю, угу, туда не бегают. Потому что мы делаем и обработку, 3D-обработку. Долговечность камня, изделия из него, не уменьшается ли срок жизни камня, если из него что-то делают? Становится ли камень более хрупким после обработки?
Естественно, когда мы берем слэб, мы на нем, кладя его на стол, мы всегда его анализируем, где там трещины, потому что при неправильном распиле, естественно, он разойдется. То есть сам природный камень, он не бывает без дефектов. То есть я, собственно, и не видел даже. Всегда на определенном количестве, на определенной площади определенное количество есть дефектов. Но эти дефекты и представляют собой эту всю текстуру природного камня, его магию. Потому что многие люди, они там души не чают в камне. Некоторые заказчики, они носом крутят, то есть им, даже для сложных изделий, это вроде как торшеры, которые на стенке там висят, где, казалось бы, нужен полимер более прочный, нет, вот мне подавай только мрамор. Собственно, и долговечность, ну, кислот боится, допустим, если вы на кухню этот камень, где могут использовать весьма токсичные вещества, то это же известняк. В этом его составе там масса всяких там солей, алюминия там, и так далее. Если посмотреть, надо иметь в виду, что он химический, допустим, он как бы нейтральный, да, он постоянно может повредиться чем-то. Допустим, мрамор, его можно, он хорошо воду впитывает, даже пропускает сквозь себя, и его можно, допустим, испачкать кофе там. Может окраситься. А, кстати, есть камень, который он, в принципе, подкрашивается, даже вот производитель он немножко покрашивается в тон, и при распиле мы это отмечаем. То есть у нас получается такая корреляция цветов. Абсолютно уверен, что сотни лет он может стоять практически без каких-то изменений таких серьезных. Если его, конечно, не колоть, там гранит очень хрупкий. Мрамор тоже очень хрупкий. То есть, я покажу обрезок, бывает даже нужно какой-то материал вывести, вот этот участок не нужен, а так он будет его сломать. Он очень хрупкий при опрокидывании. И то же самое происходит с гранитом. Гранит, даже бывает и там более мелкие части разлетаются из-за того, что внутренние напряжения все. Но зато вот воду, замерзание воды, все этот материал держит легко, казалось. И скорее всего, если это в каких-то изделиях, которые длительное время стоят, там возможно, весьма возможно, там есть армирующие элементы. То есть мы протачиваем камень с обратной стороны и вставляем туда стеклопластик. Возможно, кто-то когда-то вставляет другие элементы, там бронзовые какие-то, медные, там еще что-то, тразирует, там, или высокочищенный металл, там, не знаю, жалеет тросы какие-нибудь, даже какие-нибудь, может быть, нити. Вот так вот. А стеклопластик для армировки выглядит вот так. Ну, вручную вы его, собственно, не сломаете так вот пополам. Он начнет на нити стекла просто вот слоиться. Очень прочный материал. Чрезвычайно прочный материал. Вот так мы его делаем. Так, ну я, наверное, к следующему вопросу перейду. Сколько в среднем времени могло уйти для изготовления среднего надгробия образца 19 века? Я, признаться, честно говоря, вот, просто восхищен мастерством этих мастеров. Там, если посмотреть, что там не четкий какой-то параллелепипед, там форма трапециобразная, обратная трапеция, плюс еще контура фигурная, фаски фигурные, рисунок, рельеф и надписи. Машинная ли это обработка? Другой вопрос. Это все можно как бы разглядеть. На каждом спиле есть следы от фрезы или диска. Здесь вот, допустим, материал столь мягкий, что у нас скорость была низкая, что здесь буквально, ну, мы не заметим так. А вот если под увеличением, на гранитах особенно, а еще особенно, когда я работаю с толстомерами, там использую большую скорость с малым погружением, там видно следы от шаги, так сказать, фрезы или диска.
можно разглядеть. Вот, но это нужно очень внимательно. Потом в основном уже готовый объект заполировывается, мы это все уже не видим. То есть, это можно посмотреть в таких вот углах, внутренних углах. Вот так вот. На стороне, которая не подвергалась полировке, то есть это обратная сторона. И отличить, допустим, те граниты, которые по всему миру стоят в виде каких-то памятников, сооружений, и сказать, что это гранит или это геополимерный гранит, вернее, материал, или как его лучше назвать, я, честно говоря, даже не берусь. Потому что если в крошку это все превратить и связать чем-то, но опять-таки чем связать, и это вещество должно противостоять солнечной радиации, которая практически на любой полимер, ну говорят, конечно, полиэтилен там 10 тысяч лет лежит, но я сомневаюсь, все равно становится хрупкий или разлетается. А этот камень, собственно, запросто. И технология изготовления скульптур, допустим, как в Исаакиевском соборе, для меня полная загадка. Сколько времени, я даже не берусь сказать. Вот, допустим, если взять нашу книжку тульскую, которая там стоит, она пилилась вот здесь, прямо здесь, на этом столе. Вот прям тут. Да, прям тут. Все обе эти страницы, вернее, части книги, здесь, вот именно вот этим диском даже, вот этим диском производился вот выбор материала, создавался рельеф внутренней части и наружных страниц, стопок страниц там. То есть этот материал полностью выбирался вот этим диском так последовательно. Потом все это срубалось лишнее и шлифовалось нашими мастерами. Это такое достаточно долгое занятие. И вот каждая книжка обрабатывалась часов по, наверное, 15, это только на станке. Вручную работу примерно столько же занимала там. Ну и плюс весь обвес, поэтому это, ну, достаточно сложное изделие. Тем более надо учесть, что вес таких предметов-то, он очень серьезный. Вы посмотрите на нашу балку, она три тонны ворочает, но ей было тяжело. Я серьезно говорю, ей было тяжело. Ну а установить просто надгробие, простое надгробие весом, я не знаю, там, наверное, 500 кг это там плотно в этом надгробии. И чтобы она не утонула в грунте, это надо смотреть и разбираться, что там под ним находится. Обычно для таких сооружений делается уже фундамент какой-то, либо это какая-то площадка отливается, либо там внутри проложены как бы такие вот не рельсы, но рельсы из камня можно назвать, скажем так, лаги, да, их там при на стиле половки называются. Ну, может быть так, я не совсем в этом разбираюсь. Поэтому не могу сказать, но это вполне реально сделать даже вот такими простыми инструментами, но там настолько ровные все вот эти грани, вот эта отделка и вот фигурные. В наших условиях я должен сказать, что это весьма проблематично сделать. Если это делать, допустим, на фрезере, одну сторону какую-то делать, то одна только вот выставление вот этих нулей, там это все займет очень много времени. Потом подъем инструмента нужно куда-то выбрать, всю вот эту высоту. Вот это очень сложно. Достаточно сложно. На таком станке, в принципе, можно было бы, да, нарезать вот это все, потом вручную доработать. То есть, если бы еще более, как бы, и по современнее было, если можно было бы еще и фрезы там устанавливать, то, ну, в любом случае, я бы делал это изделие в районе 2 дней. Это плотно. Плотно, просто. Да. И если еще учесть, что вертикально его ставить потом, а если там еще они как бы стороны это трапециевидные, это все наклоны, все это выбирает, то одно только позиционирование будет занимать часы. Часы. Ну, может быть, где-то есть более оборудование, более современное, более как-то приспособленное под такие задачи. Но, честно говоря, я работал на более совершенных станках, собственно. И то там мы такую вещь, такой предмет, вернее, мы с трудом сделали. Но это еще надо иметь в виду опыт сотрудников.
он тоже должен быть немалый, так сказать. Это и вот некоторые говорят, там рабы что-то там строили. Те объекты, которые возводили, сделали люди, которые это дело нравилось. Это вот мой однозначный, вот просто мое однозначное решение. Я видел сотрудников, которые не нравятся работы и плоды их труда. Угу. И я видел сотрудников, которым интересна работа. И они всегда ее стараются совершенствовать дальше, дальше и дальше. Но что мы наблюдаем в памятниках, это примерно вот это явление последнее, которое я написал. Угу. Это очень серьезный опыт работы и желание к работе. О арабском труде там даже просто речи не может идти. Отличается ли инструмент для разных сортов камня? Да, некоторый инструмент, это вот будет очень хорошо заметно на фрезах, которые мы используем на ЧПУ. Но я показал разницу диска, допустим, здесь более мягкий сплав, здесь более твердый сплав для гранита, это сплав для мрамора. А сейчас вот, пойдемте прогуляюсь, у нас впереди. Тут впереди фрезер ЧПУ. Здесь у нас, конечно, место позакламленное немножечко, но недавно совсем работа была закончена просто. Вот такие изделия мы делаем. Здесь вот несколько видов икон. Правда, позже они у нас. Давно его так, вот Дмитрий Донской. Это литье или фрезеровка? Это фрезеровка. Можно потрогать. Да, я вам положу сейчас по ярчику. Ага. Ну, в камне видно вот природные дефекты. Ну да, а так вот на ощупь он гладкий. Ну, естественно, он проходился специальными инструментами. Да, вот во всех углах. Такими вот щеточками. Ага. Разной абразивности. То есть это специально такой инструмент, который делает гладко вот во всех этих углублениях, да? Человек стоит и проходит несколькими видами щеток. Вот каждую вот эту... Вручную. Сейчас выгодно, невыгодно, говорят часто, загибулину. Ага. То есть он вручную это делает, да? Ну, обработка вот именно идет. Ну, да. То есть трет щеткой вручную. Ну как, с помощью инструмента вращательного. Ага. Пневмомашинок таких у нас. Я понял, понял. С водой. Вода сразу позволяет смывать из зоны контакта. Не перегревает материал. Все это вырезается фрезой на станке. И вот, так как я знаю, где какие моменты тут на этом необработанные, по необработанным местам, если вот так вот подобраться и посмотреть, особенно на спусках, когда идет фреза, видно, как шаги, то есть на именно окружностях каким-то образом и происходит сдвиг, и видно шаг фрез, шаг движения вот этих шаг кадров оси Y, допустим. Так-то, конечно, вся симметрия будет идеальной. Но вот это вот как раз и вызывает, бывает, сложность при обработке, при зашлифовке, потому что подобраться к этим местам вот, там практически нечем. Поэтому мы стараемся и фаски делать такие, чтобы можно было инструментами достать. Ну, это вот тоже вот такие наши мы просто образцы делаем. Вот здесь вот просто протачивается, заливается полимером, все это переполируется по новому. Машинки, которые используются, вот машинка для накатки фасок. То есть под нее используются фрезы. Такой вот гиндал. Вот алмазы спеченные. Сюда она одевается там. И ездишь. Таким образом фаска. Сонто работает как на сухую. На маленькой скорости. Давление немножко, наверное, у нас компрессор включен сейчас. Ну также вот подается вода и с водой. Просто я включу.
мы все забрызгиваемся сейчас. Ну, как это, вот, сами шлифовали. Угу. Здесь вот алмазы в пластике. Обратите внимание, просто в резине, в такой, угу, вот, полимер какой-то. То есть, такие. И там вот разные гритности, так называемые, вот, вкрапления как раз алмазов. Угу. То есть, в принципе, можете видеть, что залить можно пластилин, алмаз, который большие обороты держит и работает с ним. Вот фирмы, которым мы работаем. В основном они как бы двух видов изготовления. Это вот стальной стержень, и на него припоем напаяны алмазы. Припой, он какой-то бывает керамический, бывает, ну, я так подозреваю, что производитель в основном вот Китай, и они, в принципе, твердо плавкие припои просто используют. Поэтому им нужны необходимые условия, то есть охлаждение обязательно практически. Потому что они иначе просто перегреваются, алмазы отпаиваются, и все это. Тут же фреза в материале, простая сталь, она просто горит и справляется. Прямо огонь под водой может находиться даже. Может, это не огонь, просто нагрев такой. Ну, тоже. Это вот. Блестучие такие. Настоящие алмазы. Искусственные, скорее всего. А это вот спеченные фрезы. То есть металл. Перемешку весь. Они очень износостойкие. То есть первый слой сносился. Как эта фреза, допустим, если сносилась, то все, металл тут же начинает гореть, фреза упирается, не пилит и обычно обламывается. Это вот весьма износостойкие фрезы. Здесь они... Я не помню, что я сносил хоть одну фрезу, но в основном ломались просто от усталости металла. Ну или ошибок оператора, который просто тут... невозможно. Кстати, ошибки операторов там вполне тоже можно наблюдать, ну, практически в любом изделии. Все так легко не дается. Что такое мокрый рез и когда он применяется при обработке камня? Собственно, если здесь вот включить пильный диск и отрезать какой-нибудь кусочек, даже небольшой, то облако пыли шрамовый здесь будет повсеместно. Запыленность будет просто невероятная. Дышать здесь будет невозможно со временем. Это все грозит разными видами болезней, поэтому это очень нежелательно. У нас пилят с помощью специального там стола, там вот у нас пылесос такой, пилишь, и он тут же засасывает воздух. На сухую приходится выпиливать что-то. А так в основном мы пилим обязательно подачи воды. Причем воды подается там просто 20 литров в минуту, это вот нормально. Здесь у меня очень две мощные струи бьют прямо во фрезу. То есть бывает так, что я оставляю работу на ночь или даже больше, там какие-то объекты по 40, по 50 часов делались. И что-то там было с насосом. И фреза, в принципе, достаточно быстро выходит из строя, буквально за минуты, без охлаждения. Ну, некоторые виды фрез в мраморе могут, в принципе, и работать на остаточном, так сказать, смазывании, там, где вода оставалась, они еще могут походить чуть-чуть. Но это не на больших объектах. Если требуется сделать какое-то панно, то воды там должно быть просто масса. А вот еще раз про оставить на ночь. То есть, я правильно понял, с компьютера подается программа, и он без участия человека, вот этот вот станок, сам вырезает, да? Да. Ага, а утром просто приходите, оно все готовое. Ну да, если какое-нибудь ЧП не случилось, собственно, это достаточно такая лотерея. Ну, если все правильно рассчитано, и как бы программа отработана уже была когда-либо, уже опыт полученный, насколько хватает фрез там, и так далее. И объект, да, успешно закончен. Приходишь, только его там вырезаешь там, или уже просто снимаешь, отдаешь его в обработку. Поэтому, собственно, без воды в этом деле как бы тяжеловато.
это однозначно тяжеловато. Мокрый рез сухого, ну, знаете, вот бывает, когда пилишь толстомер, и происходит там либо большое потребление воды, либо у нас тут много предприятий, которые на воде как бы. Объемы воды не такие, чтобы у меня там, допустим, или не забыли пополнить наш оборотный этот колодец, отстойник. И бывает, сокращается подача воды значительно, и камень начинает гореть. И устранить, допустим, вот этот дефект очень сложно. То есть сделать качественный пил без воды в толстомере практически невозможно. Ну, я имею в виду именно станком. Вручную это, в принципе, ты знаешь, ты чувствуешь давление, остановился, там, температура ушла и так далее. Но уже точно с пилом никогда не будет. Прямой его не сделаешь. Ну, собственно, на шестой вопрос, что такое мокрый рез, я, наверное, уже и ответил. Резьбе по камню в профильных учебных заведениях, я не знаю, я до этой работы, как бы, скажем так, не до этой работы, а до того, как стал заниматься камнем, я был системным администратором. И в какой-то момент остался без работы, получил предложение поработать на станке с ЧПУ. У меня больше любопытства, конечно. Ну и, конечно, зарплата. Деньги они всегда решают очень многие вопросы. Поэтому я поехал, посмотрел, и думаю, а почему бы и нет. И сама по себе работа с машинами, она у меня как бы, может быть, не знаю как, по рождению, там, по происхождению. Ну, собственно, если есть какая-то тяга что-то сделать, то, в принципе, любому человеку это все доступно. Вот здесь что-то такого волшебного нет, но я, в принципе, встречал мастеров, которые вот, ну, вот рождение просто, мастера камня. То есть это, наверное, есть какой-то такой, какая-то такая варна резчиков по камню. Ну, надгробие. У нас, в принципе, готовые памятники, уже нарезанные. Целый склад, огромный склад памятников, там их, наверное, сотни. Очень многие у нас компании это покупают, кто занимается ритуалкой. Ну и у нас другой человек занимается ритуалкой. И, собственно, ну, в течение дня можно подготовить памятник, надгробие такое. В нашем сегодняшнем традиционном виде. Ну, такие, как вот делали в 18-19 веке, что встречаются. Честно говоря, я уже рассказывал, что это достаточно сложное такое мероприятие. Но его за день, за два не сделаешь. Вручную его точно надо делать. Наверное, больше двух недель, а то и двух недель. Учитывая еще и полировку таких объектов. И чтобы это. А наша полировка вручную, она ведь она. Где-то пережал, где-то не дожал. Вся вот эта рельефность, она будет видна. А глаз человеческий увидит любую там косую деталь везде. Поэтому, собственно, вот так вот. Очень близко, да, вот эти надгробия, очень близки они к отливкам. Или какая-то технология есть, потому что я не видел сам камень, и анализ его провести, не знаю, для меня достаточно сложно. Ну вот какая-то технология, вот, либо размягчение его какое-то, либо просто такие инструменты, такая школа, что позволяли делать такие вещи. Почему бы и нет, если, допустим, прямолинейности какой-то добиться, можно сделать какой-то кондуктор и водить там по нему. Допустим, вот этот ручной станок, который я показывал, он же, эта фреза, она одной частью как бы грызет, а вторая часть, она обведена с подшипником. И этот подшипник упирается в материал, и дальше не идет. Поэтому фаску по контуру мы видим равномерную. То есть, вполне, эти инструменты где-то есть. Наверняка они где-то встречаются. Потому что такие объемы работы, которые производились в прошлом, они не могли не оставить следов машин. Однозначно не могли. Ну, видимо, они ведь захоронены. Ясно. Спасибо, Дмитрий, огромное за ответы на вопросы.